На встречу в администрацию города мэр пригласил руководителей городских СМИ, местных телекомпаний, газет, журналов, интернет-изданий и радио. Вы помните, у нас была такая практика, когда мы там один раз в квартал, начинали даже один раз в месяц, вот, для того, чтобы, первое, я мог как бы послушать вас, и вы бы мне подсказали, на что обратить внимание, о чем сегодня думают в городе, какие есть проблемы. С другой стороны, что немаловажно, чтобы я как бы дал с первых уст там информацию о том, что мы сегодня делаем, что планируем делать и какие перед нами стоят задачи. Мэр Сочи поблагодарил журналистов за то, что они стараются объективно освещать все события, которые происходят в городе. Также вместе обсудили планы на предстоящий курортный сезон. Ведь благодаря в том числе репортерам о достоинствах Сочи узнают в разных уголках нашей страны и всего мира. Город уже знают как отличный пляжный, горнолыжный курорт. Необходимо чаще говорить на интернет-порталах, со страниц газет, экранов телевизоров и в радиоэфирах о бальнеологических возможностях курорта, которые уникальны, отметил Анатолий Пахомов. Также было решено подобные встречи проводить чаще.